Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня, как видите, я не в гидрокостюме. В море мы сегодня не поедем. Сегодня поедем по суше. Да, именно по суше. В море полезем завтра. Планы у нас были на определенные копательские мероприятия. Они состоятся. И смотрите, какая погода сегодня. Это погода специально для копа. У нас будет еще адская заброшка. О, блин, обещают ураган, метель. Но разве мы свои планы остановим? Вот сейчас выдвигаюсь я уже к месту высадки. Будем переодеваться и отправимся в путь-дорогу что-нибудь выкопать. А выкопаем, я надеюсь, мы все-таки что-нибудь интересное. Ладно, друзья, погнали. Уже забросились. Короче, сегодня вьюга идет мощная, со снегом. Пока шли по открытому месту, задувало хорошо. Тебе понравилось? Забрасывайся. Я люблю такую погоду. Ну вот. Ну, друзья, завтра мы поедем на море. Сегодня мы по суше, завтра по морю. Я не знаю, места. Да? Ну, удачи, можно провалиться. Ладно. У нас тут торжественный переход идет. Здесь можно уйти. А, ну не так все плохо. Нормально? Ладно. Сейчас сапоги у меня пойдем. Идем дальше. Ну, друзья, наш сегодняшний коп начинается. Первая находка монеты у нас. Смотрите, вот она вылезла. Буквально сразу же первым сигнальчиком вылезла монеточка. Скорее всего, латвийский сантим. Первой республики, 20-е годы. Ладно, берем. Вообще практически наверху. Короче, где-то под деревьями копать можно. На открытых местах снега по щиколотку. Так. Так, друзья, сигнал 74 у нас. Давайте посмотрим, что будет здесь. Интересно. Камеру снимай. Так. Земля такая болотистая, влажненькая у нас. Еще одна монетка. Еще одна монетка. Монетка ли это или нет? В этом, блин, что-то как-то... Да, монетка. Нет, не монетка. Что-то круглое. Хотя, может быть, пробитая монета. Да, пробитая монета. Интересно. Что там, видно что-то? У меня такое ощущение, что как будто мутно что-то. Потом посмотрим. Берем. Два сигнала, две монеты. Интересно. Друзья, похоже, нарвался на место какое-то. Сигнал за сигналом, еще ни одного мусора. После двух монет была пломба, я уже не показывал. И у нас еще жетон сейчас вылез только что. Только что вылез жетон. Я думаю, цифровой какой-то будет, с цифрами. Да, вон цифры видно. 96. 96. Отлично, забираем. Третья находка. Во, поперла. Давненько по полю не ходили. О, вьюга какая. Александр где-то там. Сигнальчик 88 у меня сейчас. Где-то вот здесь. Давайте копанем с вами вместе. Посмотрим. Сигнал за сигналом просто идут. Куда пропал? Здесь, наверное. Ну, прикиньте, к лопате прилип сигнал. 88. Помахал, короче, откопал яму. Нету. По лопате стукнул, отсыпался грунт, сигнал появился. Монета, еще одна монета. Охренеть, оба-оба прет. Монета за монетой. Что за монеты, хрен знает. Я думаю, это империя уже пошла, Николай. Ух ты, охренеть. Оп, вот, насандалил. Неплохо, неплохо. Давайте посмотрим, что Александр делает в бинокль. Сейчас попробуем его
поймать. Так. Вот где-то вот тут он. Вот он. Где-то здесь, я надеюсь, вы увидите. Вот он попался. От нас не спрячешься. Попадаются остатки губных гармошек. Там где-то внутри в яме еще звенит она. Интересно. Да, друзья, у нас тут вьюга началась вообще. Четко. У Александра сигнал 88, у меня 75. Посмотрим. Ладно, копаем. Все в реальном времени. В реальном нереальном. Хотели скоб с собой взять. Так, что-то. Я где-то здесь. Блин. Интересно. Где-то рядышком. Жетон собачий. Собачий жетон. А у тебя? Отлично. Собачий жетон. Вот это интересно. Сейчас мы чуть-чуть его почистим. Я их узнаю издалека. Что у тебя? А вот что это сигналило. Ух ты. Насадка на что-то. Можно ты его под... Можно, можно. Можно ты его подсомать? Можно. За грубость. О, собачка. Видишь? За какую-то машину убийства. Насадка. По-моему, это на деревянном. Да, вот да, это да, да. Мясо отбивать. Ну вот, собачку, видишь, смотри. Вау, прикольно. Да. На медведь похоже, нет? Медвежий жетон. Так. Сигнал 84. И у нас свинец. Свинец обыкновенный. Ничего сопного. Ну вот у нас попалась пуговка, то ли позолоченная, то ли посеребренная, но вся покрыта ржавчиной. Выкопал ком такой ржавый, начал откалывать, и появились очертания пуговки. Но она, к сожалению, уже утрачена со временем. Вот такая вот. Практически никакая. Вот как интересно, смотрите. В комке земли монетка вмерзла. Видно, не видно. Но вот так, наверное, будет лучше. Интересно. Наверное, сантимчик латвийский. Прикольно. Так, разглядим поподробнее, что мы достали. Это отсюда видно. 1 сантим. 21-й год какой-то, по-моему, даже. Вот такая монетка. Опа. Извлеклась. Какие-то звуки странные тут. Итак, друзья, я вам покажу еще одну находку. Снова у нас собачий жетон, чуть-чуть с утратами. Видна собачка, видно ее имя. Виден ее год, когда выдан был данный жетончик. Вот Александр говорит, что, скорее всего, здесь был собачий клуб. А я предполагаю, что здесь было собачье кладбище. Ну, поэтому мы разделились во мнениях, и вот видишь, какой собачонок. Прикольно. Ну, какие-то 20-е годы, 30-е. Это что такое? А это от часиков колесика. Натюрморт получается, да? Забирай. Не, бери. Нам такой не надо. Хабар, если мне хабар. Золотую монету предложил, я взял. Я поставил вам внешний звук. Надеюсь, вам будет слышно. Серебряный сигнал 92. Но на поле это может быть и медная монета. Скорее всего, будет медная монета. Но мы надеемся, что это серебро, что это какой-нибудь рубль. Давайте. Я, наверное, камеру поставлю. Смотрите, смотрите сами, наблюдайте за процессом. Потом расскажете, чем дело кончилось.
Так, вас надо немножко поправить. Ах ты, поправил называется. Все ушли. Да что ж такое-то? Так. Примерно сюда. Этим, бухлом? Так. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Серебряный сектор. Представляешь, серебряный собачий жетон. Я бы был очень рад. Вот какая-то богатая собака должна. Ну это да. Что, серьезно? Вы шутите? Рубль? По размеру похоже. Но, к сожалению, наверное, нет все-таки. Фига себе, трояк что ли? Или трояк, или пятак? Наверное, трояк был, ближе к трояку. Кстати, состояние неплохое, сейчас на телефон перейдем. Итак, давайте изучим данный экземпляр поподробнее. 3 копейки. Ну, а пока тут... Тричок, да? Тричок. Весь такой какой-то засаленный. Ну ладно, мы его там... Весь засахаренный, не засаленный, засахаренный, блин. Мы его вскроем, узнаем правду. Нам в этом поможет дремель, правда, Сань? Не, я умею есть. Так, посмотрим, что там у Александра. Я махну. Ну, серебряный сигнал. 81. Давай, копанем. Ух ты, что это? Опа. Во. Браслет, змейка. Охренеть. Вот это да. Пипец. Ого. Да пипец, просто ничего, жесть. Инициалы, блин. Восточное что-то. Подожди. Никакого выгнало все. Не, ну, а, ну, ну да, наверное, выгнало. Точно. Охренеть. Блин, вообще. Надо пробы смотреть. Ну пипец. Мощно. Жалко погнуло, но ты его лучше сразу разгибай. Да? Потому что не, он иначе лопнуть может, если он подсохнет немножко. Вау. Ух ты. Блин, вода закончилась. Я пить хочу. Не надо. Да, разгибать? Давай сразу, чтобы, а то потом подсохнет, и его с воздухом соприкоснется и сломается. Да, пока и поддается. Блин, тяжелый такой. Ну, блин, ну да, он такой. Реально серебришка. Вот какие-то вроде пробы. Что-то здесь такое прописано. Блин, ну вещь, а короче. Не, вот проба. Вот? Да, вон, печать. Есть? Да, вон. Ага. С этой стороны. Блин, прикольно. Ну, мы вас поздравляем, батенька. Да. Девай на руку. Спасибо. Теперь ты будешь в нем ходить. Ты теперь не должен его... Ты теперь не должен снимать его, может, понимаешь? Может, он заколдованный какой-то, нет? Да. Сейчас, не знаю, если была темнота, могло быть свечение. Офигеть. Вот это находка. Ну ладно. Блин, суперовски. Суперовски. Вообще непонятно. Да, какие-то орнамент. Блин, класс.
Ладно, продолжаем. Итак, мы тут решили немножко пошурфить, посудку покопать. Вот что у нас тут пошло. Вот попался замок, попалась вот такая крышечка красивенькая, бутылочка с какой-то жидкостью. Надо ее выпить. Вот бутылочка, к сожалению, аптечная склянка битая. Вот это интересное. Это Рига. Рига написано. Остатки слов Рига. Ну, копаем дальше. Вот такой вот артефакт попался. Вот не знаю, что это. Александр предложил, чтобы под чернильницу. Блин, не знаю даже. Ну, заберем, помоем. Посмотрим, что это такое. Что у тебя там интересно? А, посуда попалась с гербом. О, какой-то гербик тут виден. Гербик или надпись. Тарелочка. Половинка тарелочки. Ну вот так, друзья, у нас происходит лоскоп. У меня камера вообще просто жесть. Трэш, а не камера. Смотрите, какая тарелочка вылезла. Ну жалко, что битая. Главное, полностью герб этот. Я даже заберу ее. Кузнецовский герб. Двуглавый орел. И вот она была такая красивая, разрисованная вся. В цветочках я ее заберу даже, не знаю зачем. Вот от нее еще кусочки были. Вот. Вот наши находочки пока. Баночки, бутылочки. Это что из целого? Копаем дальше. Червячка. Ох ты, вот она еще, смотри. Точно. Ну, да. Это все это. Вот эта тарелка, она, возможно, целая была, но. Ну да. Пазл, может, соберется. Ну, сейчас будем копать. Сейчас будем с вами вместе извлекать, смотрите. А, пузырь. Целая бутылка. Но как бы никакого интереса не имеет она. Такие есть, полно. Тоже какая-то аптечная утварь. Целая? Чуть не разбил. Целая, да? Да. Да, прикольно. Кувшинчика. Что-то интересного было, не помню. Красавица. О, ваза, это же ваза, блин. Мощная. Вот, интересная была, будем вскрывать ее, друзья, на канале. С крышкой все, полностью закрытая. Будем вскрывать. Александр там лезет, все пипец. Да, друзья, там такой трэш мы сейчас вытащили, такой трэшечок. Смотрите. Внимательно. Вау. Офигеть, там еще выпуск. Да. Вот это да. Железку-то не убили. Ого. Сейчас джин вылезет. Потрее, хорошо. Красавица. Слушай, вещь, да? А в ней? Столетний коньяк. Да. Красота. Или может, но это мы все поотмоем потом, друзья. А. Так, берем. Короче, друзья, мы бутылку Путина нашли. Вот реально, смотрите. Путин. Бутылка Путина. А, Путнинч. Ну, о, смотри, с другой стороны Рига. Путнич, вау, Рига, это, кстати, можно будет, можно, там даже запах остался, можно будет надушиться одеколоном Путина, блин, Путнича, блин. Ну чё, бля, грязно, сейчас, подожди, уже, блин. Итак, закончили мы шурфить эту кучу, вот куча нашего хабара, его уже замело снегом. Александр не сдается. Ему нужны маленькие бутылочки. Сделай маленькие бутылочки. Нашли только одну маленькую, остальные все большие. Из этого всего вот это, наверное, находка дня. Колба. А Путин, нет? И Путин, да. Путин, да. И Путин тоже. Путин. Так, ладно, друзья. Блин, у меня камера в полном говне. Ладно, пока. Пока все, сейчас будем упаковываться. Итак, я уже ничего в камеру не вижу. Вот сейчас я протру объективчик. Александр тут чистит лопату.
Я свою еще не чистил, но это просто жесть. Мы все грязные, с ног до головы, но довольные. Набрали бутылок, банок. Вот сейчас, короче, будем выбрасываться, друзья. Ладно. Наверное, на сегодня мы заканчиваем. Обзор находочек я в баночек, я все покажу после окончания эпизода. Все. Мы всех были вас рады видеть. С вами был канал Павел Экс. И Александр, он же X-Wine, он же человек с большой буквы. Все, друзья, завтра на море. Держи.